Машка, познавашка. Привет, умняшка. Как дела? Все просто отлично. У нас появилась новая игра. Валентинова лихорадка. Да-да. И мы начинаем прямо сейчас. Кто хочет попробовать? Сейчас мы к каждому подойдем и, конечно же, спросим. Да, молчат ребятки. Ага, что-то молчат. Я хочу! У нас есть доброволец! И мы начинаем прямо сейчас. Вау, как здесь красиво! Ну, конечно, умняшка. Это же облака. Я просто никогда не видела такой красоты. А я, думаешь, видел? Здесь не было этого уровня раньше. Он новенький. Ой-ой, похоже, у нас кто-то долетался. И не надо хихикать. Подумаешь, немножечко не рассчитал. Да ничего, я думаю. Просто как-то очень смешно получилось. Но я больше не буду. Ребята, это что у нас за разговоры? Битли, ты большой молодец, что вызвался первым это обновление изучать. Ай-яй, Битлик, берегись! Это какой-то сердцеед! Это был какой-то сердцеед! Молодец, Битли, так держать! Здесь так много сердечек! А это значит много любви! И я, кажется, знаю, кому это нужно! Умняшка! У тебя что, новый план? Да-да! И в этом плане у меня будет... Костыль? Нет, не костыльчик! Это будет... Ну, конечно же, хрущ! Умняшка, не надо шутить! Все эти сердечки не для меня! Сейчас посмотрим! Ничего смешного в этом не вижу! Так никто не смеется! Ой-ой-ой! Ладно, хрущик, мы тебя обновляем! Бррррр. Где я? Что я? Привет, аллигатор! Не переживай! Мы тебя пригласили вместо хруща! Пригласили? По-моему, это называется как-то не так. Ну ладно, ладно, взяли в игру. И нам интересно, как тебе здесь? Здесь все в сердечках, уютно так. Смотри, осторожней, это был сердцеед. Пусть идет ближе, я готов. Сзади. Привет, сердцеед. Ну, как дела? Ну, или задумал очередной план. Посмотрим. А вот и он! Лови гранату, любитель сердец. Молодец, аллигатор, ты его поборол! Этот уровень пройден, а теперь перенесите меня. Куда? А давай-ка в пещеру. Очень давно я не был там. Приготовься. И ты в пещере. Вау, то, что надо. Красотой зарядился и можно в бой. Да-да, здесь, конечно, не так красиво. Но все уровни нужно проходить. Ну как ты, аллигатор? Ты ж говорил, зарядился. Я снова здесь. Эта пещера полна препятствий. Ну да, аллигатор, не налажай. Эта пещера как раз то, что мне нужно. Твой двойник сзади. Ты видел, насколько он был похож? Ой, еще один. Не бойся, умняшка. Я здесь вырос и хорошо помню все ходы.
У тебя получилось! И пришло время выбрать кристалл! Выбираю зеленый! Это самый-самый любимый мой цвет! Держи свой кристалл! Ты хорошо потрудился! Думаю, можно теперь отдохнуть! А вы что скажете, друзья отдыхашки? Кто готов на сердечный уровень перейти? Тишина! Я готов, только немножечко в другой раз. Ну ладно, ладно, пока отдыхайте, но очень скоро мы за вами придем. И вы, ребятки, пока отдыхайте. Нельзя так долго мультфильм смотреть. Но не грустите, мы скоро продолжим. Ну а сегодня пока-пока!